была наша пятая встреча. Ну, как всегда, все было супер, нам очень понравилось. Нам, как всегда, понравилось. Да, не знаю, всегда... как вам. Не, ну, нам понравилось то, что собрались, ну, отличные люди, то есть все было супер. Ну, люди общались, были очень много интересных людей. Я сразу извиняюсь, что мы совсем не смогли уделить время, честно, мы бы хотели. Но вот когда столько людей, ну, понятно, это физически невозможно, у меня большая просьба. Я там где-то десятку людей что-то пообещал, вот там информацию что-то скинуть, я вспомнил только двоих. То есть я там написал контакты, там, дарации, еще что-то написал. Помню, что написал двоим, но я помню, что почти 10 что-то просили. Потому что если я вам что-то обещал на встрече, пожалуйста, напишите, напомните, каюсь. Но вот я такой, да. А я хочу извиниться перед теми еще раз, кого я не узнавала, и, ну, как бы... После встречи мне мама говорит: слушай, так а вот эти были? Я говорю: как были? И вот эти были. Так мало того, она их селила. Да, то есть я могу, ну, это мой как бы недостаток очень большой. И кто меня, все эти люди, у меня нет времени с ним бороться, хотя можно как бы там заниматься, ну, и так далее. Просто, я да, не знаю своих соседей даже. Наверное, это хорошо, с другой стороны. Но если мне кто-то как-то сделает бяху, то я узнаю. Но... То есть это чтобы не пользовались. Но я могу действительно ходить с людьми, ну, встречаться 2-3 раза на просмотр, поселить человека, и пройдет 3-4 месяца, и если я его встречу не в этой квартире, ну, то есть не в этих же обстоятельствах, не да, в этой футболке, да. Да, а где-то на улице, я, то есть я вижу человека, мне кажется, что я его знаю, но я не помню где, не помню как, и, ну, я вот извиняюсь за то, что, может быть, на встрече я не всех узнала, и, но я все равно очень одним была словом, рада. Я плохо, я отлично помню лица, но я не помню имен. Кристина не помнит ничего. Отдельное спасибо Роману и Екатерине за подарок, вот просто физический подарок, который человек не поленился, то есть вложил там немножко денежек своего труда, на 3D принтере распечатал нашим деткам такой ночничок. Ну, это просто было мило, и, ну, да, это супер. Да, у нас он, да, светится, но... детки с ним. Каждую всегда. Ночь, Роман, каждую ночь. Я даже ночь, почти да, помню, что он да. как-то на да. помпон или что-то такое называется. Ну, вот, да, ну, спасибо большое, это так трогательно. Вообще приятно, что люди, которые были, они как делают эту встречу. То есть фактически мы не сделали ничего, ну, то есть, ну, да, мы такие скромные, но реально мы, что мы сделали? Мы сказали место, где время, договорились, люди просто сами делали встречу. Да, то есть, на самом деле, многие нашли ответы на свои вопросы, ну, может, не нашли, но начали искать, ну, поняли, где искать. А кто-то задавал такие вопросы, на которые я просто вообще не знала. Такие ситуации вообще, бывали. Да, то есть... И, ну, будет видео, все это как бы будет видно, как люди общались между вот собой. Люди и... приезжали из Познань, Вроцлав, Варшава, Щецин. Боже, еще не помню даже всего. То есть, напишите в да, комментариях. Напишите, да. Вот да, большая просьба, те, кто был, напишите, что вы, ну, что вы получили от этой встречи, что вы нашли, и ответ, или просто вот. В принципе, критика тоже приветствуется, но, ну, вот, да, там, было бы бутербродов лучше, было да, мало, там, майонез был, смальца там, много, да, или смальца много, там, лучше салат без майонеза или там чего-нибудь еще, вот, ну вот. Что-то хотела... А, люди после встречи, я слышала, еще пошли где-то продолжать, да, то есть собирались с компаниями, ну мы тоже пошли продолжать, но мы вообще там остались чуть ли не, слава богу, никто не выгонял. Поляков было, по-моему, 4 или 5, вот я точно, да, я не со всеми познакомилась, не познакомилась. Познакомилась с паном, который Ксинговый сдержит, да, свое бюро Ксингова. Извиняюсь, но зато попрощалась. То есть некоторыми даже прощались, но не общались. Ну, то есть, ну, это... Общались, но не... Да. Это как бы... Зато есть голод для следующей встречи. Да, то есть это нормально. Вот, это... Мы очень надеемся, да, что мы очень хотим каждый квартал проводить эти встречи. Постараемся сезон, да, семье... Да, да, летний, ну, сезон день... мы отстрелялись. Да, надеемся, осенью соберемся тоже. То есть очень хотим, не всегда, конечно, получается, но мы стараемся. Вот, я надеюсь, что все будет хорошо. И честно скажу, каждый раз мы надеемся, что мы наконец сделаем какое-то свое заведение, да, как бы. И в нем проведем. И в нем проведем. И получается, как собака на сене, да, как бы заведение не сделали. И оттягиваем, потом. А, ладно, давай уже сделаем, потому что, ну, как не будем собакой на сене, да. Вот таким образом.
До новых встреч. До новых встреч. Ай, как хорошо это вообще. Тоже? Ну, как хорошо.